ко мне. Хорошо, ко мне. Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. Сейчас мы пройдем с Рим начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода вельш-корги бернбок, возраст 12 месяцев, кличка Тим. На первом этапе заведите такой подсумочек с лакомством. И все команды на первом этапе подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо, место. Гуляй. По команде гулять собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Команда ко мне – это сложная дуальная команда. На первом этапе отрабатываем в идеальных местах, без посторонних раздражителей. Обязательно на первом этапе эту команду подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Правильно, Тим? Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем основные остальные команды будете подключать по этапу. Обязательно не скупитесь на поощрение. За правильно выполненную команду собачку нужно поощрять. Хорошо, рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время выдержку расстояния будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние черчасы до кормления. Желательно на первом этапе в удобных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Тима. Рядом. Очень умный пацан у нас. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время, выдержку и расстояние также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первое – дача лакомства, оглаживание, команда «хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды «хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Тима. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Красавец. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо.
рядом. Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Хорошо. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды. Мальчик у нас очень характерный, своенравный попался. Вообще порода редкая у нас, но очень умные собаки. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода вельшкорги пермбок, возраст 12 месяцев, кличка Тимсвей. Работу окончен. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, YouTube, Инстаграм, Кинолог, Слайк. Будем рады помочь вам в дрессировке. Всем удачи, всего доброго.